Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня мы продолжаем нашу летнюю серию чернильных ручек. И сегодня на наш обзор пришла ручка Джинхао. Джинхао серия 500. Эта ручка особенная, несмотря на ее симпатичный внешний вид. Китайский лоск. Эта ручка с кривым пером. Вот. Поэтому посмотрим, как она будет себя вести. Но это для каллиграфического письма. Постараюсь вам что-то изобразить, но не факт. Потому что я каллиграфией особо не занимался. Ручка Джинхао 500. Корпус пластик и металл. Пластик такой отделан под мрамор. Гадость какая-то уже на него налипла. Держатель очень жесткий. Отделана такими золотыми кольцами. Крышка металлическая, тяжелая. Корпус ручки пластик. Держатель, вот как раз уже то, что мне нравится, такой софт-тачный держатель. Перо изогнутое, как я уже говорил, 1 мм у него толщина. И с напылением 18 kgp. На пере стандартное название Джинхао, сделано очень качественно. И на фидере надпись 12. Длина ручки 137,8 мм, диаметр 13,4 мм и вес 39,2 грамма. Шла она 17 дней и стоимость ее 297 рублей 15 копеек. Посмотрим, что у нее внутри. Значит, стандартный совершенно конвертер винтовой с возможностью ставить опять же стандартные картриджи, что мы сейчас и сделаем для того, чтобы попробовать что-то ей написать. Итак, сейчас небольшие приготовления.
Ну вот, собственно, ручка для каллиграфии, о чем я говорил, что я, в общем-то, не специалист по каллиграфическому письму. Это я думаю, что вот среди моих подписчиков есть ребята, которые хорошо пишут каллиграфическим способом. Поэтому эту ручку можно совершенно приобретать. Там есть еще серия разных ширин у пера. Вот. Ну, перо пишет мягко, расход, правда, чернил очень большой, судя по всему, вы уже видите, да? Но ручка достойная, по-моему, совершенно спокойная, можно приобретать и использовать в своих целях, особенно в каллиграфии. Вот. На этом все. С удовольствием отвечу на ваши вопросы, пишите комментарии, выражайте свое мнение. На этом все. До свидания, до новых встреч.